Ава, с вами Юлик. Это моя новая передача, в которой я буду помогать вам определиться, что снимать на YouTube, если вы относитесь к определенному знаку зодиака. У меня сразу два заявления. Нет, я не ёбнутый, я просто хочу сделать что-то веселое и интересное, а люди любят гороскопы. И второе заявление, что спонсор данного ролика – компания 1xBet, у которой есть замечательный канал на YouTube. Итак, вы Овен. Это значит, что вы родились 21 марта по 20 апреля, где-то в этом промежутке. И кто же из популярных видеоблогеров является Овном? Мистер Лололошка, 5 миллионов 800 тысяч подписчиков. Сындук, 4 миллиона 200 тысяч подписчиков. Русский мясник, 3 миллиона 300 тысяч подписчиков. Варпач, 3 миллиона 200 тысяч подписчиков. И Сахар Шоу, 2 миллиона 600 тысяч подписчиков. Овен — это знак энергичный, сильный, упертый, вот прям настолько сильный, как я сильно бью ладошкой по своей руке. И это хорошо видно по тем видеоблогерам, которых я привел в пример. Все они начинали около 5-7 лет назад и сделали кучу роликов. Кроме русского мясника. Русский мясник сделал около 100 с лишним роликов. Но Лололошка и Варпач — это около 1500-1700 роликов. Что сразу бросается в глаза? То, что здесь нет девушек, так что если вы девушка, забудьте о YouTube. Все эти видеоблогеры почти что занимаются играми, кроме Сындука. Так что если вы Овен, обратите внимание на летсплей. Это отличный вариант для работоспособных и напористых людей. В разговоре эти знаки зодиака часто перебивают своего собеседника и мешают ему договорить до конца. Поэтому, когда вы будете снимать совместки, пожалуйста, контролируйте себя, если вы снимаете с кем-то совместный летсплей. Либо ищите людей не особо разговорчивых, ну или подсосов. Представители данного знака зодиака могут дольше остальных оставаться без сексуального партнера. Молодцы! Работа, не секс. No sex, работа. Мы тут говорим про то, как стать популярным ютубером, если ты Овен, а не если ты трахарь-террорист. Кому это интересно? Как ты станешь ютубером, если ты будешь трахаться? Не трахайся. В целом, Овны — приятные, оптимистичные люди, которые не умеют страшно злиться, не умеют как-то злобно проявлять агрессию, поэтому если кто-то захочет с вами сцепиться на ютубе, старайтесь избегать таких вещей, старайтесь не конфликтовать. Овны — это добрые люди. Известные люди Овны. Гитлер, сука, да? А, как так? Я только что сказал, что они добрые, а Гитлер, сука, был Овном. Ван Гог и Никас Сафронов. Стоит попробовать игры, где вам нужно что-то рисовать. Алла Пугачева. Если вам нравится такое, то обратите внимание на какие-нибудь старые игры. Михаил Шафутинский. Ну, да, старые игры про музыку. Есть музыкальные игры. Пойте караоке. Караоке летсплей. Вот вам новый формат. Чарли Чаплин. Квентин Тарантино. Джеки Чан. Все очень талантливые люди из сферы кинематографа. Но мы снимаем на YouTube, поэтому ограничьтесь летсплеями. На этом все, дорогие мои Овны и другие представители знаков зодиака. Ставьте лайки этому ролику, если вам понравился формат. Подписывайтесь на канал. С вами был Юлик. Всем пока.